Смотрите, какой нереальный вид. Вообще. Вообще, смотри, красота. Так. Какая-то стеклянная хрень. Вообще прикольно, сейчас покажу. Асфальт, бедно лежит, кисюля. Кис-кис-кис-кис. Муравьев не ешь, не ешь, не ешь. Давай. Дох, не ешь муравьев, не ешь, не ешь. Дай тебя поглажу. Давай я тебя поглажу. Да, я тебя поглажу. А да, я тебя уберу. Смотри, она живет рядом муравьев. Ты ненормальная. Они ее кусают. Ты беременна, у тебя сисечки висят. Thank you.
Дорогие друзья, очередной день. Посмотрите, какой я красивый в новой пижаме. Выгуливаю новую пижаму. Мы идем купаться. Идем на... Есть платный пляж, близко находится, а есть бесплатный пляж. Но я хочу на бесплатный пляж. Не потому, что тратить деньги, а потому, что там хоть походить можно. Платный пляж, может, покажу вам. Так, что-то хотел сказать. Я вам буду показывать. Чё, пижаму-то вам не свечу? Два уже комплекта, блин, проносил. Надо было сфоткаться. Сейчас вот в этот раз я дойду до пляжа. Сяду на камушек, нажму на таймер, отбегу и все. Тепло, тихо, жарко. И, кстати, в этот раз много, довольно-таки много. Короче, отель. Отель очень маленький. Там на каждом этаже по 2, 4, 8... 2, 4. Короче, на каждом этаже по 8 номеров и этажей 3. Поэтому там вообще очень мало номеров. Но в этот раз, если в прошлый раз, когда мы приезжали в этот же отель, меньше было русских. А мне кажется, люди прогуглили, поузнавали. Камера уходит. Прогуглили, поузнавали и поняли, что бюджетненько, хорошо, чистенько, аккуратненько. Потом вам напишу еще раз и сниму название отеля, и вы прогуглите его. Друзья мои, короче, когда у меня закончится бюджет, я буду ходить по Анталии, показывать всем подол. Смотри, как прикольно это сделано. А я это Larry Bank. И такой чувачок, что он там типа собирает еврушки. Жизнь как здесь проходит. По вечерам местные люди выходят гулять. Гуляют, они садятся на бордюрчик. Проходите, тут моя фанатка. Проходите. У меня фан-встреча. Вот, короче, по вечерам здесь выходят люди. Загорают. Ну, не загорают, они садятся на фонтане и просто кайфуют. Много кошек. Сейчас в моей заметочке много кошек. Но в этот раз почему-то не особо много кошек. В этот раз много собак. Хотя в прошлый раз встречалось много кошек было. А в этот раз, короче, много диких, каких-то жирных собак. Поэтому, прикинь, как они их кормят, они какие-то протеиновые у них. Я вам сниму, покажу потом собачку. Чисто случайно заехали, получилось, на этот пляж. Пляжи однотипные, девчонки, здесь. Ну, тут, видите, наверное, как при отеле. Такая территория, люди сидят и едят. Люди загорают. Но уже жарко, уже час. Где-то и жарко. Мы сейчас пойдем по этой дорожке и выйдем на дорогу и попросим нас довести домой. Мы скажем, we lost, we need money. О, смотри, фламинго. Но очень жарко. Но единственное, что плюс Турции, это чистое море. Чистое море. Не так уж жарко. Но знаете, жара не чувствуется, но со временем лежишь, потом обгораешь, и все, ерунда. Я пытаюсь в паранже лежать, чтобы не сгорать. Видите, вот это очень прикольный лифт стеклянный. Мы сейчас, наверное, на него сгромоздимся, поднимемся наверх, там словим такси и уже дальше печально. С вами быстрее. Приедем сейчас на лифте, поднимемся, девочки, прям вверх, смотрите, встречаете, это звезды, местные звезды Турции. А нам надо, оп. О, красота. Ни одной собаки не было. Смотрите, ребятушки, турецкая, красивая, прекрасивая, толстенькая собачка. Вот прям как моя Сюша по размерам, да? Всего вам наснимаешь, у меня шпленка закончилась. Все. Смотрите, вот вам ландшафтный дизайн. Смотри, какая красота деревьев. Вот эти деревья мы должны с вами спилить. Видишь, какое дерево? Неужели от веточки оно не вырастет? А может, ночью с кому не ездить, а? Смотри, какая. И пальмы, красота. Мам, я тебе пальмы привезу. И цветы вот эти, да? Вот так мы сделаем ночью. И бежать. Пока нас копы не словили.
Вау! Ну да, все равно у моря в Турции есть свои какие-то, да, плюсы, красота.